twisted mind, you think you know all the answers. Guilty! Итак, давайте начнем. Кто из вас считает, что чемпион по боевым искусствам сможет победить чемпиона мира по боксу? Сколько из вас считает, что сможет? А сколько считает, что не сможет? Итак, давайте выясним это. Дамы и господа, представляем вам нашего чемпиона по боевым искусствам, Томми Ли. И европейский чемпион по боксу, Хаммер. Я думал, что Хаммер — это такой рэпер. Помните, что после сигнала действует только одно правило. Никаких правил. Вам это понравится, да. Дамы и господа, Колизей. Дамы и господа, какое разочарование. Победитель Томми Ли. Колизей приветствует Томми Ли. Томми Ли, ты снижаешь доходы. Поработай со мной. Какие мы особенные. Дамы и господа, следующий поединок скоро начнется. Самое время заработать денег и сделать ставки. Дорогой, думаю, ты наконец нашел стоящего противника. Дамы и господа, наш второй поединок за этот вечер. Томми Ли против человека, который завоевал золотую медаль на Олимпиаде по рестлингу. Ставрос. Еще не закончили. Yeah.
Дамы и господа, по традиции Колизея мы представляем только лучшее.